Всем привет, друзья! Давненько у меня было желание потестить, насколько мощность процессора влияет на производительность в играх, особенно если не подгонять настройки, чтобы эта самая разница, да, в мощности процессора была более заметной, а вот на тех самых настройках, в которых мы обычно и играем в реальной жизни, то есть графика там на максимум, да, разрешение повыше, вот это вот все. И такая возможность мне представилась после того, как я жестко обновил свой старенький системник из 2020-го. Кстати, результат вон у меня за спиной стоит. Вроде бы получилось симпатичненько. Ставьте лайк, если согласны. Те, кто пришел чисто посмотреть результаты тестов, можете сразу мотать по тайм-кодам. Все расставил, чтобы было удобно. Ну, а те, кому интересно побольше подробностей, цапайте что-нибудь перекусить, садитесь поудобнее. Расскажу, собственно, про саму сборочку, про то, как тестировал и вообще всяких деталек накидаю. Меня по-прежнему зовут Михаил Гоглоев. Вы на канале Айзендар. Приступаем. Изначальная сборка была бюджетной даже тогда, в 2020-м, с одной из самых дешевых материнок на чипсете B450 и с крутым для своей цены, но все равно бюджетным Ryzen 5 16200AF. Поэтому пересобрал я ее практически полностью. Все, что осталось, это та самая материнка Asus B450MK и последняя серия процессоров, которые под нее выпускались, да и вообще под сокет AM4, это Ryzen 5000 на архитектуре Zen 3. И сейчас хочу, кстати, отправить лучи респекта в сторону AMD за то, что они так вот долго поддерживали свою платформу. Причем, что забавно, они до сих пор продолжают выпускать новые процессоры под AM4 и, соответственно, в 5000-й линейке Ryzen, несмотря на то, что уже есть AM5 сокет и, соответственно, 7000-я серия Ryzen, и уже даже 9000-ю анонсировали. Так что сравнивать будем 6-ядерный Ryzen 5 16200AF с архитектурой Zen Plus и 12-ядерный Ryzen 9 59200X на Zen 3. На бумаге преимущество должно быть больше, чем в 2 раза, так что сейчас самое время посмотреть, что получилось на практике. Характеристики остальной системы у вас сейчас на экранах и в описании под видео, если не забуду добавить. Еще пару слов о том, как именно тестировал, чтобы было меньше вопросов однотипных в комментариях. Во-первых, конечно же, переустановил винду, ну и, соответственно, все драйвера после того, как поменял процессор с одного на другой. Во-вторых, игры тестировал в 2 режимах. Первый — простой, разрешение Full HD, настройки средние, никакие дополнительные эффекты вроде трассировки лучей не врубал. То есть убрал вероятность того, что узким местом станет видеокарта и производительность упрется в нее. Соответственно, влияние процессора должно быть максимально заметным в этом режиме. Второй — тот, в котором я бы играл в реальной жизни. Разрешение 1440p, потому что у меня 1440p монитор. Настройки в играх ставил на максимально доступные. Там, где есть, включал DLSS и трассировку лучей. То есть это уже прям максимально реальная ситуация, и, соответственно, потестировать именно то, как более мощный процессор сказывается в реальности, если не подбирать специально настройки. Все игры в каждом из режимов прогонял по 3 раза, в результате брал среднее значение по этим 3 прогонам. Демки записывал отдельно, потому что карты видеозахвата у меня нет, и запись дает дополнительную нагрузку на систему, соответственно, FPS-ов может быть меньше. Вроде все важное сказал, если остались вопросы, пишите в комментах, и погнали смотреть результаты. В универсальном PC Mark 10 система с Ryzen 9 59200X выбила в 1,5 раза больше баллов, чем она же, но с Ryzen 5600AF. Неплохой задел, но меньше, чем я ожидал от 2-кратной разницы в количестве ядер, новой архитектуры и пиковой частоты, которая выше на 1200 МГц. Но в этом тесте часть задач дает нагрузку на видеокарту, поэтому все зависит не только от процессора. Зато Geekbench 5 и 6 как раз награждают именно проц, поэтому результаты в этих бенчах уже куда убедительнее. В 5-м Geekbench 9-й Ryzen оказался быстрее на 77% в однопоточном режиме, а в многопотоке его 12 ядер обеспечили сразу 146% превосходства над старичком. Все как положено. Geekbench 6 ситуация похожая, 94% разницы в однопотоке и 129% в многопоточном режиме. В симуляторе 3D рендера Cinebench R23 один из топовых чипов с архитектурой Zen 3 тоже шансов старичку не оставил. 73% прироста при нагрузке на одно ядро уже неплохо, но самое интересное в результатах многопоточного теста, тут Ryzen 9 оказался быстрее
быстрее почти в 3 раза или на 192%. Общий балл в 3D Mark меньше зависит именно от процессора, хотя в TimeSpy и FireStrike можно посмотреть отдельные баллы за процессорные тесты. В целом все ожидаемо, хотя я предполагал, что и в графических тестах разница будет заметнее за счет того, что более быстрый процессор сможет быстрее подгружать данные видеокарте, но нет. В графических по тестах FireStrike и TimeSpy и в общем балле RTX Zen Port Royal и Speedway все уперлось именно в видеокарту, поэтому разница между двумя процессорами оказалась 1-2%, то есть фактически ее не было. Ну а в отдельных процессорных по тестах Ryzen 9 был стабильно быстрее в 2 с лишним раза. Переходим к играм. В принципе, после бенчмарков уже понятно, чего можно ожидать в разных режимах, но тем интереснее проверить, как оно все на самом деле окажется. Всего взял 4 игры, не очень много, но думаю, для того, чтобы составить общее представление, достаточно. Второй Alan Wake – самая свежая игра в подборке и, наверное, самая графонистая. В простом режиме Ryzen 9 5900X оказался быстрее в ней примерно в 1.5 раза, причем как по среднему FPS, так и по минимальному значению. Тем не менее, в связке с RTX 4070 Super и старичок 16200AF выдал приличные результаты при таких настройках. Играть вполне можно. Если перейти на более реалистичный пресет графики, то разница уже намного меньше. Всего 8% по средней производительности. Очевидно, узким местом тут становится уже видеокарта. Если бы у меня была карточка помощнее, вроде RTX 4080 Super, то, скорее всего, и в таком режиме отрыв 9-го Ryzen был бы заметнее. А так, пока подтверждается тот факт, что чем сложнее игра и настройки, тем меньше на производительность влияет процессор. Хотя с обоими процессорами играть даже на таких настройках вполне комфортно. Больше 60 кадров в секунду, чего для неторопливого сингла более чем хватает. Разумеется, без киберпунка никуда, хоть никак и не могу выкроить время, чтобы наконец-то пройти Phantom Liberty. В простом режиме на обоих процессорах играть комфортно, даже Ryzen 5 выдает сотню FPS в среднем и не просаживается ниже 60 кадров в секунду. Ну а на Ryzen 9 с такими настройками и вовсе больше 175 FPS. В сравнении он оказался быстрее больше, чем на 70%, что по минимальной, что по средней производительности. В реалистичном режиме стало понятно, что Ryzen 5 уперся в свой потолок еще в предыдущем режиме, потому что средний FPS остался почти таким же и сейчас. Сборка на Ryzen 9 просела примерно до 130 FPS в среднем, поэтому и отрыв сократился. Разницу между двумя процессорами в таком режиме получилось 30%. Metro Exodus взял в версии Enhanced Edition, то есть в любом режиме будет активирована трассировка лучей. Для простого прогона выставил ее на минимальный уровень. Ryzen 9 отработал просто на все деньги. На легких настройках разница с 1600 ровно в 2 раза или 245 среднего FPS против 123. По минималке точно такая же история. Разница между двумя процессорами 93%. Играть комфортно в обоих случаях, но эффект налицо. Без подкручивания настроек специально под процессорные тесты отрыв снова сократился, но в этой игре оказался больше, чем в двух предыдущих. Сборка на Ryzen 5 выдала 108 FPS в среднем, а минимальный был в районе 90 кадров в секунду. После смены процессора на 5900X средняя производительность скакнула до 165 кадров в секунду с минималкой на уровне 110 FPS. В относительных величинах получилось, что Ryzen 9 оторвался от старой пятерки чуть больше, чем на 50% по среднему FPS, а минимальные значения и вовсе отличаются всего на 20%. Учитывая разницу в цене и теоретической мощности, звучит не очень впечатляюще. И последняя игра – War Thunder. Она в моей подборке отдувается за сетевые проекты с не очень высокими требованиями. По идее, тут разница должна быть заметна хорошо, и она действительно заметна. Ryzen 5 в простом режиме выдал солидные 200 FPS с небольшим, чего должно хватить вообще всем. Тем более, что и просадки небольшие, минимальный FPS немного не дотянул до 170. Но когда я поменял процесс, стало понятно, как сильно старый душил видеокарту. 1500 кадров в секунду в среднем и почти 400 по минимальным значениям. Не уверен, но кажется, это рекорд из того, что я видел на своих компах и вообще во время своих тестов. С ультранастройками разница уже не такая большая, всего-то в 2 раза. На сборке с Ryzen 5 удалось получить около 160 FPS, после перехода на 9-ку на тех же настройках игра выдавала уже 330. Не 1500, но все равно солидно. Есть на чем реализовать свой моник на 240 Гц, если у вас такой, потому что у меня 60. Если усреднить все данные, то получилось, что в играх Ryzen 5900X оказался на 91% быстрее, чем старенький Ryzen 5600AF, то есть по факту в 2 раза. Отличный результат, но давайте еще
еще посмотрим, что там по нагреву и по энергопотреблению. С одной стороны, понятное дело, в два раза больше ядер в 5900X и больше частота почти, какой там почти, на гигагерц с лишним. Но с другой стороны, техпроцесс тоже в два раза почти меньше, более тонкий и совершенный. Так что есть основания надеяться на лучшее. Правда, недолго. Первые же тесты показали, что электричество 12-ядерный Ryzen 9 тоже хочет примерно вдвое больше. Там, где Ryzen 5 обходится скромными 60 ваттами, а иногда и меньше, Ryzen 9 легко уходит за сотню до 110-120 ватт в играх. В простое на рабочем столе получается в районе 40 ватт, если что. По нагреву ситуация примерно такая же. Греется 5900X сильнее и намного. С кулером ID Cooling XT226SE Ryzen 5 обычно не грелся выше 55-60 градусов под нагрузкой. А вот старший проц намекает, что для него уже водяночка не помешает и легко греется до 70-75 градусов, а в пиках бывает и все 80. Каких-то новых неожиданных выводов у меня для вас нет. В принципе, все очевидно. Чем выше разрешение и чем тяжелее настройки графики, тем больше производительность зависит от мощности видеокарты и меньше от процессора. Или даже, если сказать более корректно, то чем у вас более мощная видеокарта, тем заметнее будет эффект от смены процессора на более мощный. Ну и, конечно, просто хотел показать, рассказать, немножко похвастаться своей новой системой. Очень рад после 2 лет на ноуте, что ее собрал и что теперь снова смогу тестить какие-то железки и вам про это рассказывать. Ставьте лайки, если вам такое интересно. И, естественно, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропускать. И на соцсеточки в описании тоже, особенно на Telegram, потому что все новости, все анонсы, ну вообще все обычно там в первую очередь у меня появляется. Спасибо, что досмотрели до конца. На сегодня у меня на этом все. Надеюсь, скоро увидимся. Всем пока!